Продолжаем выпуск. Водитель большегрузовой Осиновки мог объехать мост, но выбрал самый быстрый путь. Возле населенного пункта есть две дороги, где движение длинномеров разрешено. По предварительным данным, обрушение моста повлек именно перегруз длинномера. Сейчас выясняются дополнительные обстоятельства происшествия. Пока идет следствие, дорожники уже подготовили под асфальтирование участок временного объезда через село Осиновка. Завершена отсыпка там щебеночной смеси на протяжении километра. Завтра планируют начать асфальтирование этого временного объезда.